Здравствуйте, дорогие друзья. Давно не было видео. Лето выдалось, конечно, просто адским. Я не знаю, это было очень тяжело. Работа, замею, и сейчас я тем более еще и заболел. Учеба началась, а я вот сегодня последний денек сижу дома. Вот. Давайте краткое описание вообще того, что получилось, что не получилось. Итак, сейчас у меня около 80 змей. Давайте с кого-нибудь начнем. Ну, давайте вот. Короче, я построил стоечку под 52 контейнера. Вот у нас тут сидят тигры. Значит, это у нас тигр Альбина Грин. У меня таких 5. Едем дальше. Значит, тигров у нас у меня на данный момент мелких. Сколько получается? 5 альбина гринов, 3 грина и 3 альбина. Было еще 2 нормала, они проданы. Эти тоже, скорее всего, все пойдут на продажу. Вот. Дальше, что у меня еще появилось? Значит, вот у нас тигр, это у нас тигр альбина. Вон у нас грин тоже сидит. Вот грин. Грин. Ну, грин альбина. Вот, значит, грин сидит просто. Так, едем дальше. Тут у нас, значит, у меня появились маисы. 8 половозрелых маисов. Вот. Значит, тут у нас сидит самец. Например, Blood Red. Вот. Дальше. У всех надо делать уборку. Кому вообще интересно, да, вот, если бы я снял такое видео, то есть с оператором, чтобы меня снимали, а я убирался, да, там, параллельно что-нибудь рассказывал, говорите, пишите. Вот, может быть, на выходных бы отснял. Я еду на экзофорум, и большая часть змеек, надеюсь, будет продана. Вот. Тут у нас маисы, маисы. Вот. Кому хочется отдельный ролик по маисам, опять-таки говорите, отсниму. Дальше. Тут у нас сидят императорские удавы. Их тоже дохренища просто. Вот. Тут у нас императоры. Есть реально интересные императоры. Вот прям прикольные хвостики. Сейчас я вам покажу одного из таких. Вот, например, сидит у нас тут такой. Вот смотрите. Смотрите, какой хвостик. Вот такой есть интересный хвостик. Дальше давайте сейчас вам покажу тоже. Ну, это была интересная прям такая закупочка. Вот. Это, я так считаю, из-за скрещивания разных локалитетов происходит вот такая вот штука. Смотрите, какая прелесть. Вот тоже. Вот. Ну и так далее. Дальше. Императоров у меня около 27. Дальше у нас идут анаконды парагвайские. Ой, сколько их было вообще? Их было сколько? 24. Сейчас, слава богу, осталось только 12. Вот, лютые твари вообще. Лютые, лютейшие. Кусучие. Ой, надеюсь, скорее от них избавиться. Вот они, смотрите. Вот. Ну, не надо, не надо, не надо. Не будем ругаться там пока что. О, вот, видите, да? Так, дальше, что у нас еще есть? Еще есть мелкие маисы. Вот. Вот тут они у нас сидят. Вот здесь у нас сидят мелкие маисы. У нас, значит, тут полный набор.
Aketti, Normal, Snow. Вот, их осталось 9 штучек. Вот, было больше. Вот, поэтому прикольно, тоже интересно. Вдруг кому, если что-то это, пишите. Вот, пока что есть. Как-то так. Вот, поэтому просто я говорю, я работал. И надо было как-то еще со змеями все это дело успевать. Уборки постоянные. Сейчас еще надо доделать стоечку. Там контейнер надо допродырявить. Плюс к экзофоруму готовлюсь. Вот, много дел. Вот, надо упаковываться, надо доделать документы. Вот, и тоже ехать. Вот, и как-то это надо совмещать тоже с учебой. Вот, и поэтому... А, давайте еще сейчас вам одну штуку покажу. А, вот это у нас... Я региусами хочу тоже заниматься. После экзофорума, думаю, буду накупать региусов. Тоже будет интересно, думаю, буду по многим вопросам. Может быть, делиться тоже с вами. Будем смотреть. Вот эта самочка Рега. Надеюсь, ее... в скором времени подраскормить, может быть, пустить подразведение. Вот, брал ее вместе с самкой Маиса. Вот. Тоже интересная штука. Так что, ребята, вот как-то так. Такой небольшой кратенький обзорчик. О, смотрите, какая красавица. 10 крыс уплела. Грамм по 450, наверное, по 500. Вот, так что смотрите, интересующие вопросы по тем или иным видам, давайте, буду рассказывать, не хочется окончательно забрасывать канал, вот, извиняюсь за долгий перерыв, реально долгий перерыв, да, были проблемы, вот, но думаю, что сейчас буду вычленять время, там, один, там, два видоса не обещаю, но буду стараться в недельку, может, выпускать. Но до экзофорума, то есть до 14-15 числа, думаю, может быть, выпущу еще один видос. Вот. С вот теми видами, которые вы видите. То есть на продажу пойдут мелкие тигры, анаконды, удавы мелкие и мелкие маисы. Вот. В целом-то те же самые виды останутся, кроме анаконд парагвайских. С ними мне работать не хочется, вот, они мне не нравятся, они не особо котируются, блин, дерзкие, да, вонючие, блин, и достаточно дешевые, вот, поэтому я как бы с ними особо работать не хочу больше. Вот, вот такая вот стоечка. Вот. Поэтому, ребят, если кому-то что-то интересно, давайте, пишите комментарии. Жду ваших вопросов. Обязательно получите на них ответы. Вот. Так что давайте. Всем пока-пока.